Всем привет! Сегодня у нас в гостях Слава. Слава, ты готов ответить быстро на несколько вопросов? Понеслась. Опиши эмоции от нашего хаоса. Три слова. О, мощно, сочно, бодро. По-моему, ты проголодался. Что ты любишь больше, ездить в гости или принимать гостей? Ездить в гости однозначно. Сто пудов. Неплохо. Но я потом спрошу, почему. С кем из девочек хаоса ты ждал встречи больше всего? Так я вас всех знаю. Гуглил? А? Ты гуглил про нас? В смысле? Нет, я вас еще знаю еще с проекта «Пацанки». Ты смотришь? Я капитан очевидность просто. Честно, я не смотрю. Кем из звезд ты хотел бы записать фит? Ну, наверное, самый такой вот сладенький пирожок, который ты хотел бы урвать. Корж. Корж. Ну, это недосягаемый пирожок, конечно. Ну, ты знаешь, но... мечты реальные. Согласен. Вот, по себе скажу. Какая у тебя цель на этот год? Собрать 50 тысяч человек на концерте. Нереально для меня. Почему? Реально. И с Максом Коржем еще. Мечты выполнимы. Давай пишем. Ае. Идем дальше. Что пожелаешь тем, кто смотрит это видео? Позитива. Больше позитива. Прошлый год был сраным. Я извиняюсь, конечно. Это можно. Да, но, ребята, этот год будет для вас обязательно лучше. Главное, все идет отсюда, все идет из головы. Поэтому мыслите позитивно, все получится. Это был Слава, он у нас в хаосе. Девчата, мальчишки, всем спасибо. Ае!